15 дней проездил нормально, все хорошо, а потом началось. Лопнул уголок. Здесь подкручивать и здесь подкручивать. Лопнуло вот здесь вот. Вчера же было, правильно? Вот, вчера же. Он зацепился как-то, да? Да. Он спокойно нажимается до конца продавливания. Ребят, всех приветствую на канале Future Riders. Сегодня у нас на обзоре будет, точнее даже это не обзор, а просто мы расскажем о многострадальном самокате Якомура, который появился в нашей банде, в нашей тусовке. Вот он за спиной стоит, это Якомура, а вот и его владелец. Дэн, можно тебя? Теперь уже можно. Отлично. Это Денис, владелец этого прекрасного. Давай лучше встанем сюда. Самоката Якомура. А, скажи, какая это модель? RX2. Короче, Якомура RX2. Что я знаю про Якомуру? Абсолютно ничего, потому что я знаю только рекламу Якомура, видел самокаты на улице. В принципе, не хорошо, не плохо, да, то есть обычные нормальные самокаты. Вот, появился Дэн в нашей банде, появилась Якомура, и с ней стало происходить очень много всего печального, да, потому что неисправности. Получается, Дэн каждый день занимается ремонтом этого самоката. Сейчас давай я позадаю вопросы, вот, а ты расскажешь про свой самокат и что у тебя с ним было, окей? Давай. Начнем с того, что мы с тобой познакомились в первый же день, когда я купил этот самокат, то есть 5 октября, когда у меня был день рождения. И пошло-поехало с этого дня. Что можно о нем рассказать? Ну, впечатления, конечно, были восторженные. То, что я до этого покупал небольшой самокатик, чудесно проверить скорость. А сейчас он полный привод у меня, Якомура. И рвется с места хорошо. Крутящий момент шикарный, в гору прет хорошо, под сорокет. То есть, ну, впечатления прекрасные. Первое, ну, о самокате, да. А что вообще случилось с ним? Какие за это время владения у тебя произошло? Неисправности, либо наоборот, ничего вообще не ломается? Все ломается. Очень много ломается все. Начнем с того, что у меня первым делом лопнул уголок на фару и сигнал. Мне вот тут видно, что это не родная часть. А чего, может быть, ты как-то прыгнул там и что-то вообще? Ехал экстремально сделал. По транспортной, по ровной дороге, получается, там же транспортная. Чуть-чуть провернул, начинаю гору заезжать, чувствую что-то. Трещит сильно прям. Я остановился, смотрю, у меня фар просто на колесо. Ну, в принципе, катилось. Я понял, да. Я помню эту неисправность, короче, ты потом варил, да, там? В сервисе тебе варили. Ну да, Ну, это мелочь, можно сказать. Ну, отлетело. Хотя, ну, да. Конечно, ну ладно. Идем дальше. Где крылья? Крылья снял это крыло. То, что здесь моя вина все-таки. Ночью ехал. И с горки на большой скорости 40, наверное, было. И под самый момент, когда уже столкновение произошло, понял, что там цепь натянута обычно, которая вместо шлагбаума. И она немного там лопнула, это крыло, я его снял, потому что оно дребезжит. Так, вот здесь вот я намотал немного изоленты, потому что вот эта шайбочка стучала. Вот, можно звук послушать, она уже расслабилась от воды. И так далее. Ну это как бы как и было, то есть это в принципе не неисправность, ну, это да? Да? То есть сейчас ты просто рассказываешь. Просто там в кадре все равно попадет, поэтому я рассказывал, почему здесь изолента. Ага. Так, следующее, ну, ездили на Ахун. И да, у меня, да, я помню эту поездку. Также лопнуло вот здесь вот, если можно посмотреть. Видно, что здесь вот на эту часть крепилось заднее крыло как бы. И пока я на Ахун доехал, оно лопнуло у меня и также свисело. Мне пришлось доехать аккуратненько до Ахуна, и потому что и обрезать этот проводочек на габарит, который шел, потому что он мог закрутиться. А так. Как это произошло-то, что он вообще непонятно, да? Так же, как и с да, сигналкой. Окей. Что еще неисправность? Неисправность постоянно мне приходится закручивать, здесь подкручивать и здесь подкручивать, потому что постоянно большой люфт. Несколько поездок, и люфт начинается уже. А если посадить просто сразу же на фиксатор резьбы? Да,
3-4 поездки и начинается. Вот здесь вот именно сама шпунька, точка на, как ее? Ну это получается гусь, да, наверное? Сборочный. Ну механизм, да. Вот да, это. Сборочный разборочный механизм, который крепится к деке. Он сам имеет небольшой. Ага, да, вижу. Прям это будет хорошо видно. Видно, да. Вот. И это при каком пробеге вообще началось? То есть изначально вот. Ты его купил недавно, я помню. А, ребята, кстати, все, что сейчас, то есть будет, буду вставлять видео сейчас короткие с нашей команды. У нас есть, вы знаете, телеграм-канал, да, наша команда Riders Future. Вот, и оттуда Дэн постоянно выкладывал какие-то неисправности, да, что у него случалось с самокатом. Я вот эти вставочки буду сейчас вставлять вам, вы будете видеть, вот, что это, ну, не пустые слова, а на самом деле каждый день он занимался там ремонтом. Вот, давай, какой там, ты говорил, пробег? На каком началось пробеги? Сразу или... Пробег не знаю, но скажу, что в течение 15 дней, месяц, как его купил, прошло, с 15 дня, 15 дней проездил нормально, все хорошо, а потом началось. Угу. Вот. И сейчас какой у тебя пробег? Сейчас 650. 650, давай посмотрим. 649. 649. Ребят, смотрите, на самом деле очень дофига неисправностей, и походу это не все, да, еще? Продолжаем. Нет. Ага. Продолжим. Так вот, это на самом деле очень много. Ну, Дэн вот просто каждый день занимается ремонтом. Я не знаю, и Камура. Ау, почему так происходит, непонятно. Либо это конкретно этот самокат, эта модель. Вроде Дэн ездит обычная. Я просто знаю по своим бустеру, что я его в пути гриву, короче, шлепаю, и ничего. Но здесь вообще что-то много будет. Ну ладно, продолжаем. Так, после этого всего случился такой конфуз, что у меня силовой провод на переднее МК, мотор-колесо просто. А, когда мы ехали, и просто он намотался, да? Да. Офигеть, точно. Показывай, вот с этой стороны. Давай. Вот он, получается, силовой провод. Ага, он зацепился как-то, да? Да, и намотал здесь, прям 4-3 оборота намотал, да, прям да, видно было хорошо. Сейчас мне все это сделали, получается, он сейчас на изоленте, а не на родном. Как это произошло? Так же, как и все первые причины, не знаю. Ну, то есть, по логике можно посудить, что просто ослабли эти болты крепежные на оси. И все. Перед этим еще были какие-то простукивания, но я не знаю, что это было. А потом намотало. Ну, и пришлось в сервис отдать, потому что здесь я уже не в силе. Не знаю. Не буду трогать. Еще сильнее сломаю. Знал бы, сделал. Так, ну и последняя последняя. А, сидушку я снял сразу, да? Потому что я райдер же настоящий. Красавчик, стоя. Да, давай. Сидя только эти. Пенсионерская тема. Да. Пенсионерский стайл. Вот эти 4 болта, куда крепится сидушка. Надо было, наверное, взять ее, показать. Ну, так а что с ней? Просто не вставляется или так? Не, в смысле, как она выглядит? Она же не так же, все-таки. Ну, не взял. Свой стиль, я камурский. Ага. Так. Что? Так и что с ней, не поставить или просто ты снял? Снял, говорю. А, ну все, хорошо. Стоп, ехал. Угу. Что, последняя неисправность, это задний тормоз. Покажи. Отсюда. Он спокойно нажимается и до конца продавливается, вот мизинчик. Угу. Он полностью вытек. А, так это же, подожди, это вчера же было, правильно? Вот, вчерашнее. То есть вот я нажал. Точно, мы же еще не сделали, офигеть. То есть сам по себе, реально, ты же приехал вчера, короче, и сказал, что я вытек, и... Вот, я полностью прожал, да. И он у меня двигается. Ну, это сегодня поедешь в сервис, да? Вот, отсюда покажи. Вот, прожимаю, и он едет. Ну, понятно, вытек, короче, ну, да, надо делать. Вытек, это же гидравлика. Угу. Ну, в целом, вообще, вот после всего вот этого, ты считаешь это, ну, нормально или ненормально, должно ли так быть? Это твой первый самокат? Да, в принципе, который самокат. Ты купил себе на день рождения, правильно? Правильно. Вот. Какой следующий ты выбрал бы, например, может быть, более взрослую модель Икамуру, либо другой бренд какой-то? Более та, которая бы не развалилась. Ну, это да, ладно. На самом деле, да, могу подвести вот такой небольшой под итог. Я очень удивлен поломками именно Икамуры. Что-то их очень много, и я не связываю эти поломки с тем, что как Денис ездит на нем.
то есть вообще не связываю. Потому что он ездит с нами вместе, наравне с нами. И почему-то другие ездят каждый день, а он чинится все. Вот такие вот дела. Ну, давай сейчас сделаем. Я тебе GoPro-шечку одену, ты прокатишься, еще, может, какие-то вставишь что-то, расскажешь уже по ходу дела. Можно, но еще я вспомнил то, что отлично. Когда я разбирал, снимал вот эту пластик, во-первых, видно, не видно. С этой стороны, с этой. Сейчас найдем. Вот, видно, что вот этот вот болтик, он кривой. Резьба, наверное, кривая. Это уже сама Якомура в самом начале. Немножко оторвалась на... Короче, шклепки. Ну, короче, на самом деле он у тебя выглядит так, как будто проехал 1002-3, да. А на самом деле проехал, вот как мы видели, 649. Ну, посмотрите сами. Вот. И еще передний фонарик, вот этот вот, габарит. Он немного размотался, он дребезжал. Но после починки колеса его закрутили, что-то с ним сделали. Ну, здорово, теперь хоть сделали. Хорошо. Ладно, осталось с тормозами разобраться, да? Ну да. В принципе, все, крылья ты не собираешься ставить. Ну, будем надеяться, что это последние твои поломки были. Давай, я тогда вешаю камеру тебе, и ты что-то расскажешь еще. Итак, ребят, вот я уже за оператора. Сейчас будем ехать. О поломках мне, в принципе, больше нечего сказать, о минусах. Давайте поговорим о плюсах, о впечатлениях. Трогается он резко, если прям тапку пол. Ну, это и понятно, это электрика, тут вкл-выкл, тут нет плавного, как на машине. В принципе. По максималке 53 стабильно держит у меня. Если есть небольшой горки, можно и больше выжать. Садка. Что? Что сейчас сказать? Не знаю. Покатаемся немного. Что, ребят, спасибо за просмотр. На этом, наверное, все. Мы никак не... У нас нету, короче, в планах как-то обосрать там Якомуру, да. Мы всего лишь рассказали о конкретных неисправностях именно конкретного самоката. Как у других у Якомур, я не знаю. Ребят, поэтому хочу попросить вас, если у кого-то из вас есть Якомура, то напишите, ну реально, как они, сыпятся, не сыпятся, рис, не рис. То есть, либо просто нам конкретно не повезло с этой моделью, да. Может быть, самокатом. Может быть, самокатом. Вот. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях ниже. Ну и также не забывайте добавляться в нашу команду Riders Future. Ссылочка также в описании будет в телеграм-канале. До встречи.